Всем привет, ребята! Сегодня будем играть в Five Nights at Freddy's Security Breach. Дополнение руины. Так что так, ну что? Поехали! Играть в руин. Продолжить. Глава первая. Фредди Фазбер Пицца Плекс. Грегори не может выбраться из Пицца Плекса, только вы можете спасти его. Изменить подсказку. Ну, короче, давайте изменим подсказку. Приносим извинения за беспорядок. Мега Пицца Плекс Фредди Фазбера закрыт на техобслуживание. Грегори не может выбраться из Пицца Плекса, только вы можете спасти его. Ну и, короче, тут у нас заново все повторяется. Так что так. Ну и что, мы закончили играть здесь. Так, ага. Нам, короче, надо здесь узлы безопасности взламывать. Ну что, продолжаем тогда. Я понял. Так что так. Хорошо. И снимаем маску. Вот там у нас еще один узел надо снять. Тоже снимаем его. Жмем на кнопочку. Одеваем заново маску. И использовать тоже узел. Отключаем. Все. Отключили. Сейчас будем вот здесь взламывать. Одеваем маску. Одели маску. Надо делать взлом, так что поехали. Ага. Тут так вот. Ну, вот так вот. Готово. Снимаем маску. Вот так вот. Все. Сняли маску и так. И побежали. Что у нас тут, а? У нас здесь... Опа! А здесь у нас Монти. Так, не подходим к нему, а то нас снова вырубит. Ладно, все, погнали вот сюда. И тут у нас, кстати, тоже Монти будет потом ходить. Да? Или не будет? Ладно. Начинаем проходить. Главное не шуметь и не бегать. И тогда все будет отлично и прекрасно у нас. Так, побежали вот сюда. И тут у нас есть какой-то там узел безопасности. И куда он ведет? А он ведет. Так, снимаем масочку. Куда-то туда ведет у нас узел. Так, снова одеваем маску. Так, и куда он ведет? Так, ладно, снимаем маску. Сняли маску. Одели маску. Снова сняли маску. Все. И идем вниз. Так, и вниз у нас еще какой-то узел тоже идет, да? Куда он идет? Так, снимаем маску. А он идет куда-то, ну куда-то сюда, да? Ага, вот у нас марионетку надо отключить, вот эту кошмарную, да? Отключаем кошмарную марионетку. Снимаем маску. Все, главное не шуметь. Не привлекать себе внимание. Все, поднимаемся вверх. Идем снова вот сюда. Тут нам надо отключить узел безопасности. Все, погнали отключать его. И вот так вот. И снимаем маску. Все, погнали. Идем вперед. Так что так. И тут надо тоже пройти. Проходим. Так. Такс, тут у нас надо тоже что-то сделать. И здесь надо, короче.
Похоже, что эта станция камеры отключена, однако я обнаружил необычный сигнал. Надень маску и проверь еще раз. Хорошо. О, используй. Так, ладно, я понял. Ну и что нам делать? Пока что непонятно. Ну и ладно. Первая, вторая камера. Обнаружена аномалия. Карантин. Готово. Надо снять маску. Он исчез. Вот эта штука у нас пропала, и правду. Так, пробираемся вот сюда. Снимаем маску. Не может быть, я прошла через большой экран. В звездном детсаду этого не может быть. Там был экран, прежде чем я взглянула на камеру. Так, понятно. Беспокоиться ни о чем. Все выглядит совершенно нормально. Тебе, наверное, мерещится. Ну, конечно. Все здесь, конечно, мерещится. Так, отключаем вот эту штучку. Готово. Выключили. Теперь нам надо идти дальше. Так, мы походу в детсаду, да? Там, где солнышко. Так что так. Грегори, ты где? Я в детсаду, как отсюда выбраться? Добрались до театра в детском саду на подвесной мостике. Так, ты сможешь добраться до гонок Рокси, да? Я понял. Смотрите, у нас тут автоматы игровые. Вот. Всякие. Так, у нас тут эндоскелет. Так. Я надеюсь, они не оживут. Они должны ожить, походу. Как обычно. Да. Так, все, здесь нельзя маску. Ну, погнали. Луна. Жуткий смех. А что у нас за жуткий смех? Погнали. А! Луна, дряная девочка, тебе пора спать. Ой, света нет. Так. И чё? Ладно, я предлагаю убегать. Я не знаю как, но мы спаслись от Луны. Мы спаслись. Это чудо. Я не понимаю, как нам так повезло. Ну и ладно. Давайте тогда лучше... Так, ага. Нам надо маску здесь одеть. Здесь нам надо... солнце. Новый друг. Новый друг. Я застрял во сне. Так, ага. Перезагрузка. Перезагрузка. Мы должны стать одним целым. Хочешь, чтобы я тебя перезагрузил этой штукой? Дряная девочка, это уже Луна. Включи свет, запусти генераторы. Это Солнце. Понятно. Все, мне надо снять маску. Похоже, что воспитатель детского сада неисправен, яркий свет дезориентирует его. Я понял. Включи генератор, возможно, у тебя появится шанс перезагрузить его систему, когда все генераторы будут запущены. Используя разъем для фаз-ключа на обратной стороне его или свой. Ну, короче, все, я понял. Кажись. Все, я снимаю масочку. О, у нас тут есть камера. Камера. Так, что у нас камера есть? А как переключаться между камерами? Не понял. Ага, вот так вот. Тут у нас солнце, либо же луна. Я понял. Выходим тогда. Ну, погнали. Погнали, короче. Нам надо узлы безопасности отключать тогда. Вот у нас эндо. Опа. А вот и первая штучка, которую надо отключить. Да. Отключаем. И пиньята луны АР. Понятно. Мы получили пиньяту луны АР. Так, где эндоскелет? Не буду к нему подходить. Он опасен, это точно. Это точно. Я чувствую, что этот эндоскелет опасен. Так, использовать.
Обнаружена аномалия. Так. Обнаружена аномалия. И чё? Так, снимаем маску. А чё нам надо делать? Так, а у нас что-то тут-то есть, да? А что у нас тут? А у нас тут аномалия. А какая аномалия? Никто не знает. Чё, мне маску запретили снять? Так, это мне не нравится, что нам запретили что-то маску снять. И где этот эндоск... Ага, он там. Так, ладно. Тогда, ну что, ну что? Давайте заново тогда зайдем в эти мониторчики. И что надо делать? Обнаружена аномалия. Карантин. Так, а что это было? Ребята. Что, это система предупреждения неизвестной сущности взломала потоки. Так, надо снять эту штучку. Надо снять. Как снять маску? Я не могу снять маску. Дай снять маску. Он ушел. Так, он ушел. Его нету. Что это было? Ладно. Так, давайте тогда разбираться, что да как и что тут суть. Так, его уже нету. О, его нету. Отлично. Ну, мы отключили эту штуку. Мы ее отключили. Что еще от нас хотят? Я просто не понимаю. Так, давайте снимем маску. Короче, это глич-трап или кто, или мимик. Я не понимаю. Ладно. Кто-то из них, скорее всего, это мимик, походу, да? Либо же глич-трап. Давайте. Обнаружена аномалия. Давайте. Карантин. А ему не разрешает луна с ней, да? Все, ему что-то не дает что-то сделать. А кто и что ему не дает что-то там сделать? Вот это непонятно. Давайте поищем, может здесь что-то есть, что ему запрещает. А ну вот ты эндоскелет. Ты, а, ты хороший. Ты хороший. Ну хорошо. Короче, тут ничего не понятно. Может что-то. Ну что ты хочешь? Ладно. Удачи тебе. Так. Он, короче, нам вред не нанесет, если мы без маски. И что делать, что делать? Ой. Как спастись? Как спастись? Дай снять маску. Короче, ему все равно. Ладно, ребятушки, я тогда думаю, на этом можно закончить наш видеоролик. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!